Абдулла Хамидович, пожалуйста, мы ждем ваше открытие. Нет, вы должны открыть. Ваше открытие. Абдулла Хамидович, директор Института истории. Да, история, которая родила философский факультет 70 лет тому назад. 75. А? 75 лет назад. 75 лет, да. 75 лет. Да. Ну, да, конечно. Можно и попробовать. Спасибо. Да. Нам самим-то 180, поэтому как-то... Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, мне очень приятно, что в такие дни, когда проводится данное мероприятие, меня приглашают наши старшие товарищи. Я хотел бы не только приветствовать всех, но и какие-то свои суждения, мысли сказать. Хотя, конечно, от марксизма длительное время я оторван в силу того, что многое от этого отошло. Но, тем не менее, я глубоко убежден, что это очень важное, нужное учение, сыгравшее огромную роль в истории человечества. Мне представляется, что человечество со времен появления частной собственности, классов, государства, созданием определенной системы общества, которая защищала чьи-то интересы и так далее, вот с того времени озадачено проблемой социальной справедливости. Как раз, на мой взгляд, марксистско-ленинское учение одно из таких выдающихся, которое стремилось именно осуществить эту задачу. Также заметил бы, что сами-то авторы не видели такого, что это учение навсегда и на все случаи жизни. Всегда исходили из того, что марксизм не догма, а руководство к действию. То есть с учетом меняющихся условий данное учение позволяло учитывать принципиальные вещи, но, соответственно, соизмеряться с тем, что происходит. Не случайно и на фоне прошедших последние 10, 15, 20 лет перемен у нас в стране, да и в мире в целом, все равно тяготение к социальной справедливости остается, и мне кажется, что оно будет нарастать. И в этом русле вот тот вклад, который вот коллеги, проводя подобные мероприятия, вкладывают в общественную мысль, да и я знаю, что и в практическом смысле многие принимают участие в СМИ, издают журналы. Это очень, очень востребовано, на мой взгляд. Я уверен, что через призму времени, по мере продвижения общества вперед, тяготение к социальному, справедливому обществу только будет нарастать. И всем вам желаю хороших, интересных докладов, дискуссий, творческих успехов, чтобы все были всегда здоровы и благополучия вам желаю. Спасибо. Спасибо. Значит, открытие состоялось у нас. Вот следующий у нас Михаил Васильевич, по-моему, записан среди выступающих. Да, пожалуйста, Михаил Васильевич. Значит, уважаемые товарищи, тема моего выступления – воплощение марксизма в России. Надо сказать, что марксизм, конечно, появился не в России, как всем известно хорошо. Но Россия была первой страной, где был опубликован на иностранном языке, переведен и опубликован «Капитал» Маркса. То есть той страной, которая первая приступила, можно сказать, к широкому изучению марксизма. И в XIX веке, вот в том самом веке, когда марксизм появился, в XIX веке пошло широчайшее изучение, так сказать, в кругах интеллигенции прежде всего, а потом и в кругах уже и рабочих в конце 19-го, начале 20 века, капитала Маркса.
И мы знаем, что вот в отличие от Горбачевской эпохи, когда, значит, стук в дверь, капитал наверх, а бутылку под стол, было наоборот. Стук в дверь, значит, бутылку на стол, а капитал прятали рабочие под стол. Но мы знаем в то же время, что народники объявили эту науку чуждой России, западной наукой, поскольку она действительно с Запада пришла, и сказали, что она не учитывает особенности России, наличие у нас общины и прочих специфических черт российской жизни. Короче говоря, была попытка отстраниться от марксизма, как от теории, которая для России негодна. И надо сказать, что по этому поводу была развернулась большая очень дискуссия в литературе, и эта дискуссия закончилась после того, как вышла фундаментальная книга Ленина «Развитие капитализма в России», в которой было на материалах переписей земских, на огромном массиве данных показано, что не только город в конце XIX века, но и деревня вся российская стала капиталистической, буржуазной, что уже нет этого крестьянина, который был просто крестьянином, а есть мелкий буржуа, или другими словами середняк, есть сельский капиталист, кулак, и есть батрак, или в крайнем случае полупролетарий, который не может прокормиться со своего клочка земли, а должен наниматься и жить за счет того, что он нанимается к собственнику средств производства. После этой книги дискуссия о том, есть у нас капитализм или нет, получился у нас какой-то другой особый путь, или мы идем тем путем, который, так сказать, был уже осознан и обоснован в работах Маркса и Энгельса о том, что есть формации, а формации определяются способом производства, материального, конечно, производства, и при том, что формация включает в себя и информацию, и знания, и, естественно, сознательные действия людей, но в основе, и в этом смысле я думаю, что мы должны за рамки Маркса выйти, если мы говорим о марксизме. Наиболее ярко это сказано Энгельсом, что в основе, и в этом состоит великое открытие Маркса Энгельса, что в основе всей человеческой истории лежит производство с производством материальных благ. Не в том смысле, что других нет благ, или в том смысле, что другие не имеют никакого значения. Как для человека не может иметь значение там, знание, целеполагание, энергия, субъективные способности, таланты. Это не может такого быть. Но что лежит в основе? В основе в конечном счете, еще говорит Энгельс. В конечном счете. Это не значит, что вот прямо можно провести прямую линию от производства материальных благ до того, что совершается в настройке в человеческом сознании. Это во-первых. Во-вторых, некоторое, вот, так сказать, грубое и примитивное понимание марксизма, оно сводится к тому, чтобы считать, что бытие определяет сознание. Такого нет положения в марксизме вообще. Есть положение о том, что материя первична, сознание вторично. Это, так сказать, решение основного вопроса философии. И есть положение о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот этот тезис, что общественное бытие в конечном итоге определяет общественное сознание или производство непосредственной жизни, а непосредственная жизнь вначале это было производство человека, между прочим, вот, производство материи высокоорганизованной. Она была определяющей, отсюда родовой строй, и отсюда родоплеменные отношения, как решающие отношения. И они, между прочим, никуда не делись. Когда сегодня говорят о кланах и клановости, имеется в виду, что на фоне решающей роли материального производства кровно-родственные отношения продолжают существовать. Продолжают существовать и играть определенную роль, хотя, конечно, с того периода, как появилось рабовладение, с того периода они уже носят подчиненный характер. В чем движение состояло по воплощению марксизма в России? Во-первых, в том, что он проник, прежде всего, в духовную сферу. Вот о чем говорил здесь Алексей Михайлович, и с этого все начиналось. Конечно, никакого, так сказать, движения вперед не могло быть, если этот марксизм не проник в духовную сферу. И основателем русского марксизма, как мы все с вами знаем, явился товарищ Плеханов. И товарищ Плеханов, между прочим, подходил к марксизму как к марксизму, не как к науке описательной,
а как к такой науке, которая является наукой преобразующей. А именно, как писал Карл Маркс в своих тезисах о Фейербахе, нужно видеть, что философы только раньше объясняли мир, а задача состоит в том, чтобы его преобразовать. И не случайно Плеханов выступил первым человеком, который подготовил программу социал-демократической партии. А в комиссии, которая обсуждала эту программу и которая готовила ко второму съезду проект программы партии, входили еще Ленин и Мартов. Никаких следов деятельности Мартова в этой комиссии нет. А если вы возьмете шестой том полного собрания сочинений, вы увидите, какие значительные преобразования получила та программа, которую изначально подготовил Плеханов. Во всяком случае, это детище Плеханова и Ленина и детище уже второго съезда социал-демократической рабочей партии. И надо сказать, что вот это, если говорить вот в этом смысле, как о социальной философии, как философия, которая берет общество в целом, социал, а не замыкается только, допустим, на производстве материальном или только на духовном, вот она вышла за рамки даже класса, потому что, вообще-то говоря, партия – это ведь не класс. Партия – это всего лишь авангард класса. Более того, партия – не часть класса, потому что, если возьмете часть класса, это будет часть рабочих. Вот часть рабочих может быть гегемонами. Вот есть у Ленина статья о том, что о гегемонии пролетариата в буржуазной революции, потому что буржуазная революция обеспечивала диктатуру буржуазии, а гегемоном был рабочий класс. Что значит гегемон? Гегемон – это вот тот, который толкает и жертвует собой. Вот, мне кажется, определение совершенно правильное, вот, которое Алексей Михайлович тут приводил. Ну а диктатура пролетариата, может быть, совсем, так сказать, в другое время. Ее тогда и не могло быть, когда он был гегемоном. А вот когда, так сказать, он взял власть, он перестал быть просто гегемоном, а стал уже классом, который является господствующим классом и осуществляет свою диктатуру. И вообще надо сказать, что касается теории классовой борьбы и классов, эта теория разработана не Марксом. И Маркс в письме Видемейеру от всего открещивался и говорил, что это вообще не я. И, так сказать, это сделали французские буржуазные историки, а английские экономисты раскрыли анатомию классов. А то, что я сделал, сводится к трем пунктам, что вся предшествующая история – это история борьбы классов, а потом Энгельс сделал замечание, кроме первобытного общинного коммунизма, при котором прожили достаточно долго люди. Второе, что эта классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата, и сама диктатура ведет к обществу без классов, к коммунизму. Отсюда, между прочим, и некое понятие как эпоха. И, конечно, я не буду спорить с тем, что понятие эпоха может употребляться в разном смысле и разными людьми, и можно сказать, вот сейчас эпоха у нас, вот эти три дня – это эпоха философии в Петербурге. Можно так тоже сказать. Вот. Или наш симпозиум имеет эпохальное значение. Все это тоже можно сказать. Но вообще говоря, эпоха – это, с точки зрения марксизма, это период классового сдвига. Поэтому эпох на самом деле столько, сколько есть господствующих классов. Значит, эпоха была рабовладельческая. Ну, до рабовладельческой эпохи – это эпоха отсутствия классов, потом рабовладельческая эпоха, феодальная эпоха. Или перехода от феодализма к буржуазному строю, и эпоха перехода от буржуазного строя к строю с общественной собственностью на средства производства. Вот я вот в одном пункте никак не могу согласиться с выводом Алексея Михайловича, что собственность может быть только частной. Вот если взять всех членов общества, кроме одного, и вот они имеют собственность, это будет частная собственность. А если взять еще вот и последнего, который не имеет собственности, то будет общественная собственность. Субъект один, но этим субъектом является общество в целом. Это уже не частная собственность, это общественная собственность. И это есть отрицание, возвращение от частной собственности снова к общественной собственности. И в этом смысле это бесконечное отрицание частной собственности, потому что частная собственность, она возрождается, она появляется, она снова отрицается. И утверждение общественной собственности означает уничтожение частной собственности. Некоторые понимают уничтожение частной собственности, что надо схватить, отнять, разрушить, загубить, спалить, превратить в пыль и даже
как известно, пели «Интернационал», чаще всего поют те люди, которые в этом не разбираются, что весь мир насилие мы разрушим до основания, и что из разрушенного до основания мира ничего вообще построить нельзя. Это пыль. А, так сказать, правильно пели те люди, которые понимали, что весь мир насилие мы разроем до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Это, по крайней мере, в рифму. Во-первых, а во-вторых, понятно, что новый строй базируется на всем том богатстве, которое, в том числе и духовном, конечно. И если не духовное богатство, вообще ни о каком коммунизме, ни о каком социализме вообще нечего было бы и говорить, если бы не то духовное богатство, которое накоплено за всю историю существования человечества. И когда мы говорим о культуре и определяем, что такое культура, то в культуре классовая борьба угасает. А вот то богатство, которое было добыто и в смысле производительных сил, и в смысле духовного богатства, это богатство сохраняется, и наличие этого богатства, как накопленный опыт человечества, и означает культуру. Михаил Васильевич, время у нас, которое мы отводим, прошло, поэтому время задавать вопросы. Вы не возражаете? Ну, я бы попросил еще 3 минуты. Если 3 минуты, да, заканчивайте, а мы вопросы задаем. Хорошо. Поэтому я думаю, что если мы говорим о будущем развитии философии, то поскольку марксизм является, так сказать, той концепцией, той теорией, которая впитала в себя все предыдущие достижения, включая диалектику, включая, скажем, всеобъемлющую гегелевскую философию и все предшествующие философии до Гегеля и так далее, то сегодняшнее движение вперед возможно только, так сказать, исходя из признания и утверждения марксизма. Все попытки что-нибудь построить вне этой дороги, магистральной дороги, как показывает уже и опыт нашего факультета, и опыт вообще, так сказать, изучения философии современной, они все сводятся к эпигонству. Повторяются умершие философские концепции, те отжившие учения, которые даже не доросли до объективного идеализма. Постоянно имеет место впадение в солипсизм и повторение тех ошибок философских, которые имели место. А что касается таких черт марксизма, как диалектика, это остается мало или слабо изученным, или продолжается то, что говорил в свое время Маяковский: мы диалектику учили не по Гегелю. Диалектику не по Гегелю, значит, математику не по Евклиду, физику не по Ньютону, да, и так далее. И второе, а что касается исторического материализма, вот как раз вот та проблема, которую поднял в первом докладе Алексей Михайлович, самая сложная проблема взаимодействия экономического байса и вот всех остальных сфер общества, она ведь стоит очень резко в марксизме, что прежде чем вот всем этим заниматься, нужно иметь вот эту вот материальную базу, маленькую, большую, композитную, металлическую, это не имеет значения, материальную. И вот на этом материальном байсе может быть расцвет духовного богатства, теорий, искусств, культуры, информации и всего чего угодно. Хотя у нас вот есть товарищи в Ленинграде, очень, так сказать, солидные, которые даже уже нашли такой вид информации. Если записана она на дискете, и если она проходит через электрические сети, так, то это значит вроде как уже и материя. Хотя я посоветовал бы таким товарищам посмотреть, что вот художник, например, смысл деятельности которого, образ художественный, он рисует на холсте красками. Это все сугубо материальные объекты – холст, краска, кисть и так далее. Если речь идет о музыкантах, то они, пианисты, так сказать, стучат по клавишам роялей обязательно, а звук передается через воздух. И выкачайте воздух, звука не будет и так далее. И если, так сказать, мы возьмем те средства информации, которые сейчас у всех в карманах, мобильные телефоны, это не телефоны, а радиостанции, и все это передается по радиоволнам чисто материальным путем. Но одно дело, как это распространяется, а другое дело, в чем цель. А цель, ну, во-первых, у человечества, конечно, цель не информация, а знание. Информации может быть, ну, много. Например, 2.17.49.33 – это информация, я ничего не сказал хорошего. А вот знаний мало. Знаний по-прежнему мало, а информации действительно очень много. Раньше, когда не было магнитофонов и другой техники, звукозаписывающей, видеозаписывающей, все плохо, ничтожное, так сказать, рыхлое, пустое, оно пропадало. Его не передавали из поколения в поколение. Сейчас можно передать самую гниль
И передавать, распространять по телевидению, по радио и так далее. Поэтому сейчас сложнее, труднее стало пробиться настоящей науке и настоящей крупной идее. Вот это надо иметь в виду. То есть я хочу сказать, что вот что касается исторического материализма, кроме того, что общественное бытие первичное и сознание, и политика вторична, ну, мало сказать, что по этому поводу нового сказано. И надо сказать, что это поле вообще не освоено современными философами. Не освоено. Поэтому это вот та перспектива, которую нужно бы разрабатывать. Значит, очень интересная постановка вопроса Михаила Васильевича. Но много поставили вопросов. А нельзя ли все свести, ну, там, двум основным? Что бы вы могли выдвинуть в качестве главных позиций? Почему мы вернулись к Марксу? Ведь было почти 25 лет прошло. Ну, я бы так совсем не сказал, что мы вернулись, кто вернулся, а кто и никуда от него не отходил. Да, так чтобы Западная Европа раньше вернулась. Западная Европа. Там разгулялся Маркс, а потом к нам пришло. Ну, да, Западная Европа, конечно. А что у нас я думаю, у нас был хаос 20 лет. Я думаю, что я вот. Тупика были философы. Какой из-за. Знаешь, что такое тупик? Когда говорят, вот как Вадим, например, Вадим подняли на пьедестал совсем 2 года назад, а Вадим пишет, что философия истин не производит. У меня, значит, был вот один слушатель, Иван. Я говорю: Иван, а почему вы плохо ходите на мои занятия? Он говорит: вы плохо к Вадим относитесь. Я говорю: я не вводил плохо, потому что он говорит. А что он говорит? Он говорит, что философия истины не производит. А зачем нам истина? Понимаете? Зачем истина? Я говорю: а что же, когда встречаетесь по философии, бормочете просто? Каждый имеет цель какую-то, и истину имеет. И только тогда мы можем сказать, что да, вот вы бытие осмыслили. Не знаю, что это такое. Я понял, что Владимир Григорьевич специально дал мне время подумать, чтобы я коротко сказал. Коротко выглядит это так, что, так сказать, надо не просто описывать диалектику и о ней рассказывать, а необходимо использовать ее как метод. Это первое. И второе. Необходимо не рассказывать, что такое исторический материализм, а овладеть методом исторического материализма. Вот эти две задачи не решены. Так, я прослушиваю. А у нас записано. Там записано, пожалуйста. Да. Вот я просто добавлю к этому. У Маркса есть две. То есть он сконцентрировал до синергии для него. Сочетание идеологии и науки. Понимаете, что такое идеология? Это система ценностей, на которые мы ориентируемся. Идеология может быть... Две. Ну, две основных, так скажем. Там, буржуазная идеология и пролетарская. А вот наука должна быть одна. Пролетарская? Нет. Наука и буржуазная. Есть наука. И тогда есть и буржуазная. Пролетарская и пролетарская. Она есть наука. И она стала возникать уже в Древней Греции. Вот смотрите, что Аристотель, например, сказал. Если нарушается мера справедливости, то гибнут политики и аристократии. И эта истина до сих пор жива. Мера справедливости. Вот Абдулла Хамидович здесь говорил, что справедливость – самая главная ценность. У нас самый главный специалист по справедливости, да, профессор Казенов вот сидит. Вот да. С него надо это требовать, справедливость, он за нее отвечает. Ну, вот, значит, справедливость. Но научный подход сделал Аристотель. Понимаете, 2000 лет назад. Его разбил Энгельс. А? Энгельс его разбил только. Энгельс разбил, да, конечно, разбил. Но Энгельс и Марк, они достигли единство диалектики и материализма. Вот это синергизм был достигнут. Поэтому здесь, значит, идеология нуждается в науке.
Я как-то вот недавно спросил одного нашего преподавателя. Я говорю, вы знаете, что идеология входит в философию? Нет. А он все время ругал философию, что там идеология. И примерно 20 лет мы жили без идеологии. Сказали, идеология ни-ни. Как это без идеологии? Без ценности. Без цели. Так это обман. Идеология была. Учились идеологии, но говорили, что ее нет. Не нужна идеология. А оказывается, она нужна. А как же без цели? И если вы хотите иметь цель, вы должны знать, как научно обосновать. Мы же поэтому сейчас и ищем вот это обоснование науки для идеологии. А так что же? Идеологию с ним уже не продвинем. То есть у нас ценности мы никогда не получим, если не будем знать научное основание движения. И перестройки бытия. А перестройки бытия придумал Платон. Вот он, конечно, раньше Аристотеля учил Аристотеля. Но Аристотель, смотрите, изящно выразил эту мысль. Если нарушается мера справедливости. Это и сразу диалектика была. Греки удивительно умный народ был. Я не знаю, как сейчас. Но был очень умный народ. Еще умнее мы стали. Ну, да, конечно, время лечится. Поэтому вот Маркс, он объединил эту идеологию и науку. Поэтому есть на что опираться. Но, конечно, время идет, и уже наука-то совершенствуется. И поэтому у Ленина несколько другие взгляды уже были. У нас уже третьи взгляды. Вот мы, например, цепную реакцию обнаружили. Цепную реакцию между мировыми войнами и социалистическими революциями. А тут оказалось, что оружие появилось такое, что нас вот сбивает с толку. Да, вот мы должны все это изложить разумно, опираясь на весь опыт. Вот новую книжку должны написать такую. Михаил Васильевич поставил эти вопросы, ну вот сейчас. Так я правильно понял, что вы на эти вопросы уже ответили, которые мне задали? Да, я не заметил. Незаметно так. Так, значит... Ко мне больше нет вопросов? Я думаю, поблагодарим Михаила Васильевича. Следующий – Казенов Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, пожалуйста. Это нас тоже выпускник. Мой бывший аспирант, правильно? Да. Выпускник нашей кафедры, аспирант нашей кафедры, кандидат наук нашей кафедры. Нет, он сейчас доктор наук, не кандидат. И регулярный выступающий нашего симпозиума. Да, пожалуйста. Моя тема звучит скромно. Всемирная историческая роль русского марксизма. Русский марксизм. Вот интересно. Ну, давайте, какая-то да. Скромность. Да, да. Марксизм-то он такой, Маркса. Марксизм. Марксизм – это широкое идейное течение. Оно начинается только Марксом и Энгельсом в 40-х годах 18 века и потом продолжается вплоть до сего дня во всем мире. Причем молодежь-то не знает, что в это движение с самого начала включились и русские, значит, духовные такие деятели. Во-первых, это Михаил Александрович Бакунин, выдающийся наш мыслитель и революционер, и общественно-политический деятель, основатель идейно-политического течения анархизма в мире. Во-вторых, Спешнев был такой, значит, мыслитель русский и организатор общественного движения, входивший в кружок Петрашевского. Значит, они побывали во Франции, общались с Марксом, были на некоторых заседаниях, которые вели Маркс и Энгельс, и фактически сразу включились в вот эту революционную работу, которая тогда велась по подготовке революции 1848 года, которая прошла по всей Европе фактически.
Поэтому можно сказать, что, значит, российский дух, российские творческие люди, значит, включились вот в это движение. Еще, собственно, и марксизма не было. Марксизм, как такое целостное и оформленное целостно течение, возникает в 1848 году с изданием манифеста, первого такого целостного сочинения. Вот. И в это время уже с Марксом сотрудничали, значит, товарищи из России. Вот я говорю, Бакунин, Анненков Павел Васильевич, оставивший интересные воспоминания об этом времени. Причем это все одногодки Маркса. Маркс родился в 18-м, Энгельс в 21-м году, а эти деятели Спешнев 21-го года, Буташевич Петрашевский 21-го года. Кстати сказать, в эту компанию входил молодой Достоевский тоже с 21-го года. В эту компанию выходил выдающийся наш философ Данилевский Николай Яковлевич, создавший теорию цивилизации впервые в мире. Это потом уже Шпенглер там развил и Тойнби в Европе. А сначала теорию цивилизации открыл и сформулировал, значит, Николай Яковлевич Данилевский, сотрудник вот этого кружка и вот этого движения в России. Так что вот сразу же включен был русский дух в это движение. Но это первое поколение. Оно участвовало, но марксизм еще только зарождался. Но как только марксизм возник в его серьезных формах, в форме манифеста, капитала, о чем Михаил Васильевич уже сказал, значит, теперь международного товарищества «Интернационал», значит, так, русское поколение, второе уже поколение Даниэльсона, Германа Лопатина, переводчиков «Капитала», оно уже вплотную сотрудничало с Марксом. И правильно Михаил Васильевич говорит, что, значит, на первый язык на русский был переведен. Почему? Потому что сразу же, как только прочитали на немецком, Даниэльсон с товарищами, сразу обратились к Марксу с предложением перевести на русский язык. Причем, когда Маркс прочитал, говорит, мастерский перевод, сделан мастерски. То есть это... А почему он мастерски сделал? Потому что они понятийно уже были подготовлены к восприятию этого материала. Были соответствующие понятия уже в русском языке. И вот встает вопрос, почему они были? Ответ на этот вопрос очень простой. Они были потому, что Россия не только выстрадала марксизм, как говорит Ленин, она выстрадала гегелизм. Почти все они в молодости, особенно вот это первое поколение, поколение Герцена, они все прошли школу Гегеля. В «Былых думах», кто читал Герцена, Герцен рассказывает, как они на немецком языке штудировали науку логики. И он говорит, нет страницы в науке логики, которую мы не взяли ночным спором. То есть не изучаем, даже не штудируем, как Ленин говорит, что науку логики надо штудировать, а взяли ночным спором. Науку логики, говорит, затерли эту до дыр на немецком языке. Белинский, значит, в этот кружок входил Герценовский вместе с Бакуниным и некоторыми другими выдающимися деятелями, не знал немецкого языка. Бакунин ему переводил на русский, и Белинский тоже осваивал науку логики. И вот эта подготовка, вот эта выработка понятий в предшествующий период, потом большой авторитет гегелизма во весь XIX век, а Гегелем занимались серьезные люди, и Чичерин, и Грановский, Сухово-Кобылин, значит, знаете такого драматурга, делал самостоятельные переводы Гегеля. И недавно я открыл, хотя вроде много интересовался, что в 1856 году был сделан, оказывается, перевод «Малой науки логики». Вот «Малая наука логики» Гегеля, студенческий конспект, конспект для студентов, вот он выполнен был рано. И, видимо, с ним были люди знакомы. Но это уже после 1956 года. Поэтому второе поколение, оно и выросло таким, что оно могло встать вровень, значит, с Марксом в понимании понятий, законов и так далее. Ну и в третьем поколении уже рождаются люди, как Плеханов, которые становятся самостоятельными марксистами. То есть самостоятельными мыслителями,
значит, в плане целостного учения. Не только усвоили Маркса, но и сами создали выдающиеся труды. И вот, скажем, в значительной мере моему образованию способствовало то, что я еще до университета, значит, познакомился с работой Плеханова о развитии монетистического взгляда на историю. Скажем, конечно, есть отрывок и у Маркса с Энгельсом на эту тему, но у Плеханова эта книжка, значит, очень талантливая. И там берутся некоторые вопросы, которые там затронуты где-то стороной Маркса и Энгельса, а им развиты вполне. Поэтому это действительно это серьезный марксизм, имеющий авторитет, поэтому и, значит, в мировой общественности, в Европе. И с него начинается уже серьезное движение. Ну и в четвертом поколении, значит, Ленин. Это не только включенность в европейское движение, в мировое движение, а это уже, значит, дух такой, который начинает быть примером и учителем для европейских мыслителей, для европейских марксистов. Ну и первое такое выдающееся влияние Ленина на мировой дух – это показывание Второму интернационалу его предательской политики, идеологии и роли. И разрыв со Вторым интернационалом. Ленин показал образец, что значит быть марксистом. Что значит быть марксистом в такой сложной ситуации мировой, накануне войны и в войне, которая начиналась. Этого, конечно, в Европе этого сделать сами не могли. Вот в Европе кто воспринял и научился этому, они научились у Ленина. Второе выдающееся мировое открытие, которому учился потом весь мир, не только в 20 веке. Это открытие, значит, сущности, характера империализма. Того, что капитализм в это время перешел в свою высшую стадию, в стадию империализма, в котором гегемонами явились тут 4-5 крупнейших империй. Там споров уже было много в начале 20 века об империализме. То есть термин, образ, слово ходили. А проникнуть в суть понятия, в суть явления, в суть категории, ну, в общем, так глубоко никто не проник. Поэтому мировая общественность обязана этим Ленину. И это понятие, конечно, очень и очень помогло, значит, мировым деятелям и философам, и практическим политическим деятелям в 20 веке, которые занимались, скажем, освободительным движением в Латинской Америке, в Африке и в Азии. Поэтому в 1960 году освободилось от колониальной зависимости около 30 стран с помощью Советского Союза. Почему? Потому что они уже знали, что такое империализм, что с ним можно делать, что от него нужно ждать, как он опасен, как можно с ним бороться. Ну и, конечно, величайший уже мировой вклад и философию состоит в том, что российские рабочие открыли новую форму демократии, а Ленин сумел понять, что это действительно новая форма государственности, советы. Такого нигде никогда не было, советов трудящихся, советов, значит, эксплуатируемого класса, который в этой форме может прийти к господству. Это подлинная демократия. Наконец, действительно, сам демос поднялся на борьбу и построил свое государство. Поэтому Ленин и был популярен во всем мире. Поэтому его и знают во всем мире. Поэтому и говорит Маяковский: «Да будь я и негром преклонных годов, и то без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Поэтому я думаю, что вот рассматривая все дело в таком ключе, я думаю, конечно, можно говорить о всемирной исторической роли марксизма, что с этой стороны Ленина изучают во всем мире прогрессивные силы и будут изучать. И я думаю, что вот этот экскурс, который небольшой я сделал, значит, он говорит об органичности, значит, появления и развития марксизма в России. Россия была к марксизму готова.
Причем вот не только по линии философии, которую я развил, да, можно это проследить и в трех составных частях марксизма. Скажем, политэкономия. Политэкономически тоже Россия была готова, заканчиваю, тоже была готова. Значит, не надо никуда ходить далеко за доказательствами. Евгений Онегин, повеса, да, в свои 23 года читал Адама Смита и был великий эконом. Знал, чем государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. То есть, такого рода люди знали Адама Смита, читали. То есть, для России это не было открытием. Он был уже своим знакомым человеком. А это один из моментов, английская политэкономия, это один из моментов, значит, мировоззрения марксизма. Ну и, значит, что касается политической теории научного социализма, то Спешнев, значит, ездил, знакомился с французским социализмом на деле, Бакунин ездил на деле, и Буташевич Петрашевский открыл социалистический кружок, который разгромило царское правительство, а вождей приговорило сначала к смертной казни, потом, поставив на эшафот, на эшафоте зачитала бумагу, что им смертная казнь заменяется каторгой. Достоевский просидел 10 лет, Спешнев почти 30 лет, но движение не пропало, движение осталось. Второе поколение, Чернышевский тут студентом у них был, значит, оно это дело вполне восприняло. Поэтому не случайность, не кто-то завез в Россию, значит, нехорошие дядьки марксизм, а он органично вырос на русской почве. Поэтому и сейчас мы его изучаем, мы от него не отказывались, мы не возвращаемся, а мы продолжаем наше изучение и уверены, что оно будет востребовано широкими массами. Хорошо. Подождите, Александр Сергеевич. Александр Сергеевич много пишет о гении, о выдающемся диалектике. Я хотел бы спросить его, раз нет ни от кого вопроса, будет от меня вопрос. Почему? Вот, Михаил Васильевич, не отвлекайте. Почему выдающийся диалектик Гегель не мог стать материалистом? Потому что диалектика приводит к материализму. У вас целая концепция есть, как диалектика приводит к материализму. Континуум такой, но это я доказал. Почему не могли Гегель и Кант не мог прийти к материализму, ну, Кант более-менее там материалистический отвечает. Момент. А почему Гегель не мог? Отвечает. Да. Потому что к этому времени был развит блестящий французский материализм. Но французский материализм привел к французской революции, цепной реакции. Вот. Гегель напугался этой французской революции и в молодости принял, так это с воодушевлением, а в возрасте как-то начал пугаться, как-то отшатнулся от нее несколько, стал монархистом. Это его подвело. Если бы он сохранил свою молодую революционно-демократическую душу, я думаю, что он бы был материалистом. Я не очень согласен. Не очень согласен. Дело в том, что Гегель, хотя был выдающимся диалектиком, но он диалектику не довел до конца. Потому что диалектика, в конце концов, это идет процесс раздвоения. Раздвоение причинности. Я очень долго думал, почему в математике, значит, раньше философы нашли вот эту формулу нелинейности причинных отношений, нелинейных дифференциальных проблем. Я когда-то слушал раздел математики. Почему? Мне казалось, что математики нас опередили. Я студентам говорю, вот видите, философы отстали. А оказывается, потом пришла мысль, что вместе с Ньютоном нелинейными дифференциальными уравнениями занимался Лейбниц. А Лейбниц был философ. И у него моноадология Лейбниц. И вот эта моноадология позволила ему понять, что идет процесс раздвоения. Неравенство причины следствия. Я вывел формулу такую. Что формулу прогресса.
Форма прогресса – неравенство причин и следствий. Вот до этого Гегель не дошел. Да. То есть он шел по дороге диалектики, но не дошел до конца. Не дошел до идеи нелинейности причинных отношений. А мы живем в мире нелинейных причинных отношений. И поэтому мир очень сложен. Причина не равна своему следствию. А есть такое мнение, что будто бы они равны. Они не равны. И вот это тоже в книге должны посвятить. Мы тут работаем с математиками в этом отношении. Мой друг математик, доктор физико-математический. Ну вот он, я попросил его через форму выразить эту мысль философскую. И в 90-м году мы выпустили книгу тогда. Там написано это. И они кое-что сделали. Ну, я думаю, что мало. Надо дальше работать и с диалектикой. Вот понять этот ход. Ход природы. Это природа. Мы должны постигнуть природу, чтобы понять. И поднять диалектику на другой уровень. Поднимем. Ну, хорошо. Да?